Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный пассаж, основанный на пентатонике. Я его играл в тональности до диез минор, и рассмотрим его как раз с вами в девятой позиции. Используем с вами триоль. Раз, два, три, раз, два, три. Вот. И еще один момент, что здесь мы с вами играем еще дополнительные ступени. Это блюзовые ноты. Вот эту ноточку. И еще вот эту ноту тоже. То есть она не входит у нас в состав пентатоники, но она входит в состав гаммы, поэтому мы играем тоже ее. Итак, значит, сам пассаж сложен чем? Тем, что мы с вами развиваем безымянный и мизинец, так как в этом пассаже в основном играют эти два пальца. И если они у вас очень плохо развиты, то вам придется очень сильно поработать над ними. Итак, давайте рассмотрим, что в этом пассаже играется. Как я уже и говорил, здесь мы используем с вами пентатонику до диез минора. И дополнительные нотки. Итак, значит, смотрите, мы с вами играем удар и делаем пулы. То есть получается с 12 лав. Это у нас основная с вами фраза. То есть вы ее можете играть так же, как медиатором, либо же легатной техникой. То есть каждый удар мы играем с вами отдельно на струне. То есть один удар, на каждой струне играем один удар медиатором. Вот. Но теряется тогда какая-то пульсация. То есть попробуем с вами играть здесь не легатной техникой, а именно комбинированной техникой. То есть это будут у нас пулы и хаммеры. Вот, обращаю ваше внимание на удары медиатора, то есть то, куда вы будете играть. То есть здесь не просто у нас там тупо идет переменный штрих. Иначе, если просто будете играть вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вы заблудитесь. Здесь лучше играть... Так, значит, смотрите, у нас получается вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Потом далее вы играете тоже такие же удары. Оп, и на четвертой струне мы с вами меняем позицию, точнее не позицию, а позиция остается прежняя, но мы выходим за рамки позиции. И затем приходим с вами вот в пентатонику. Затем прыгаем. А теперь делаем такой движение. Очень достаточно интересное украшение, когда у нас безымянный палец с вами перекатывается. У нас с вами вторая струна идет ударом вниз. Дальше мы делаем с вами перекат. И в конце, когда мы приходим с вами... Мы используем еще дополнительные нотки, которые не входят у нас с вами в пентатонику. Но... То есть, но это у нас с вами ноточки, которые тоже они служат украшением для нашей пентатоники, поэтому мы их сюда с вами играем. Мажорные нотки. То есть как раз получается у нас пентатоника минорная с вами. Вот мы с вами сыграли пассаж. Уходим снова в мажорную ноту и дальше прыгаем на октаву выше. Ну, в ноту до диез. Теперь медленный пассаж сыграем. Thank you.
для того, чтобы он у вас звучал красиво и технично, и ровно, и чисто, вам необходимо отработать первые ходы, вот эти, которые мы играем на первой струне. Вот. И для того, чтобы их отработать, начните их играть с первой, в первой позиции, вот так. После того, как вы все отыграли, вы можете вставить этот пассаж в ваши любимые треки, в ваши любимые соло и послушать, что у вас может получиться. Желаю вам удачи, пока!